Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Да, остановились мы с вами в прошлой серии на чем? На том, что зашли, короче, попали какой-то, не знаю, на какую-то местность, где какой-то жесткий японский, не знаю, рыцарь, не рыцарь, как он называется, ходит, короче. И мы прошли там, какие-то была большая локация, да. Мы там все полутали и пошли в центральные ворота. И там как раз таки остановились. Я смотрел прошлую серию, там подсказочка в правом верхнем или левом углах, выскочил подсказочка на прошлую серию, да, и на плейлист, в принципе, посмотри, тебе будет более понятно, что здесь происходит, вообще, за то, что вообще, где мы, как, кого, что? Вот, если такие вопросы есть, заходи, посмотри плейлист, лучше, в описании тоже ссылочка есть на плейлист, посмотри самую первую серию, игра очень интересная, и скоро уже финал, так понимаем. Поэтому, Саша, подобно, надевайте плейлик, обязательно, приятно пить, кушать, приятно чипить, как пить или пить воды, при этом просмотра, мы, собственно, продолжаем данное путешествие. Так, остановились мы с вами вот здесь как раз таки, да. Ну, я вон туда зашел, да, в принципе. О, нихуя. Ну, здесь, в принципе, нихуя. Здесь тоже. Нет, скорострельность меня не интересует. Это вот интересная тема, да. Ну, только пест получается, да? Ну давай пест, давай тут ебанем. С тобой мы сохраним. Так, остановились мы с вами вот здесь, да? Собственно. Что происходит? Это, блядь. Изгоняем, что посмотрим. Так, нам куда? Туда аж. October 24, 1994. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих. Матиас или Матиас собрал вокруг себя секту фанатиков. Да, это лучший способ оправдать собственную жестокость. Согласен. Так, ну, еще опа. Сюда нахуй. Так, нам с тобой куда вообще? Туда, да? Нам все равно спускаться придется. Ну ебан. Сука. Здесь же капканы, ебано, блядь, я уверен, нахуй. Я, блядь, сейчас наебу. Так, это мы собираем с тобой. А я еще наебу, проверяй. Ага, наебал. Боже мой, Дрим! Бля. Сейчас, мужик, погодь. Я приду, ёпта, подожди, дедуль. Дедуль, что? О. Давай, давай, как, блядь? Не надейтесь, ублюдки. Бан. 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 Спускайтесь туда и замочите ее. А, да? Отсосать, пососать-то не хочешь? Бан, нахуй.
Блять! Блять, тварь! А чё так жестко-то? Бать, ребятки, вас не дохуяли, слышь? Ребятушки, вы чё творите-то? Бля, а вас не дохуяли? Бля, вас не дохуяли, ребята, блядь? Сосёшь ты, блядь. Где? Еблана, вы где, блядь? Да. Ну, мы вроде не закончили еще. Ну, их не дохуяли там вообще? Вместе их вытащим! Отсюда мне не забраться! Так, наверное. Черт! Так! Ну, тут есть канатная дорога! Попробуй по ней перебраться на ту сторону! Хорошо! Уже иду! Охуенно путь. Спасибо, блядь. Очень помог. Блядь, их тут не многовато ли было вообще? О, подожди. Их тоже всех надо блутать. 100%. Да ты видел, динамит кидает, ёбаный, блядь. Мальчик, ты чё, блядь? Так, здесь двое было. Канатная, блядь, что? Нахуй. А, вон туда, что ли? Поехали, блядь. Так, подожди. Поехали еще. Так. Нет. Да ебать. Нет. Нет, на нее надо забираться. Окей, я понял тебя. А если? Ага. О, ебать, там смотри, сколько всего. Вкусненького. Так, ну ладно, погнали. Нам вот сюда, понимаю, в любом случае. Сосать, мальчик. На всякий случай, блядь. Блядь, ты встал? Серьезно, нахуй.
Хуй сосать не хочешь? Бля, где я вообще, блядь? Что это нахуй делаю? Кого? Куда? Что, блядь? Жди, блядь. Ебать. Слышь? Здесь можно вот так вот. Блядь, извини, ман. Занимать, но так, надеюсь, можно добраться, я понял. Я просто решил за... О, сюда, добрый вечер. Не заметил. Так. А здесь что? Здесь, собственно, нихуя, да? Ну, хуй его знает. Ну ладно, let's go, короче, туда. Что, ебанутая, что ли, блядь? Ояхс, 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 все, мы уже здесь. Здесь, смотри, все, везде можно, блядь, здесь распрыжка ебанутая. Эта тема очень интересна. Вероятно, в этой Энро какой-нибудь военачальник хранил свои приказы и печати. Возможно. Здесь нихуя, да, собственно, можешь сказать. Бам, нахуй. Да-да, пососешь ты хуй. Ебать ты, тварь, нахуй, в крысу ебашишь. Блять, пидорас! На нахуй. Дурак, что ли, где он стреляет? Ты где стреляешь, ты, ёпта? Аж там. Поменял позицию. Ты, блядь, сколько вы живете, блядь, что, дурак, что ли? Я в аху, ребят. Я в аху. Опа, вот это нам нужно. Нам с тобой туда, да?
Ох, ебать. Но это же не просто так все, правильно? Хорош. Как хорошо все это дело облутать, да? А, есть специально дырышки. Точно. Прошу прощения. Сука. Называется, сколько сможешь добыть. Ну, пошли спустимся, хули. Все смог добыть. Как хорошо по луту. Хорош. Нам с тобой вот сюда получается. Нам. Иди в пизду отсюда. Ой, блядь! Пошел нахуй. Пошел в пизду.
Банахуй. Появилось. Он испугался, что ли? Убежал? Брось оружие! Или я сейчас убью старика! Лара, не вздумай! Ладно! Напугал я родом из Глазго! Кидай в пропасть! Да! Нихуя, что вытворяет, смотри! Блять, пресеф нахуй. Пресеф ему нахуй. Просто вот, вот так вот, блять. А, нет, там же нельзя так точно. Ждаем. Нет. Грим. Они за это заплатят. Да пиздец. Согласен, блядь, Лар. Бля, пресеф мужику, реально. Пресеф нахуй мужику. Пресеф мужику, блядь, что-то прям жойско. Да ебать, ну... Все, что ли? Давай, ебать! Есть! Бан нахуй. Черт! Бан нахуй. Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Нихуя. Рот. Да. Грим погиб. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Посмотрим сейчас, ебать. Спасательный вертолет N888M. Охуенно. Уже начало пиздата. Спасательный вертолет N888RS принял сигнал бедствия с корабля Trinity. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот.
Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Сейчас, секунду, ребят. Мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Хорошо. Пока ничего нету. Пока ничего здесь нет такого. Ну, мне нужного. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Стой! Не двигайся! Они тебя заметят! Жди! Жду, ебать, жду. Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Подожди! Лара, все в порядке! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Сдавайся! Ом, ты чё? Мать, ты чё, не надо так. Она сдохла! Не знаю, не вижу. Чужой! Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Беги, ёбаный рот! Ну, пиздец. Понятно. Беги, слишком много! Уходи оттуда! Ох, ёбаный сыр! Беги нахуй! Беги! Куда next? Вон туда, вижу. А чё она не прыгнула? Да. Ну ладно. Лара, их слишком много. Уходи оттуда. Сосать. Мальчик, чё по мне так палишь-то? Алло. Жестко не палят, жестко палят. Ниса, все будет хорошо. Как будто мы не туда пришли, да?
Не похуй, я сюда сначала сгоняю. О. Только не делай, пожалуйста, то. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Бан нахуй. Бля, все, пизда сейчас начнется. Ты убила нашего брата! Теперь я убью тебя! Ты чё, блядь? Это тебе со Владимира! Хватит! Кого, блядь? Кого? Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Ну, сука, спиздили все оружие. Блядь, дробашку тебя ставь мне, блядь. Бля, всех с дробашом разъебу, Лёш, понимаете? Или с луком, блядь. Пиздец, осуждаем так, осуждаем. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, платье! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. А это случайно этот мужик не тот самый, который, помните, в начале, блядь, сидел, разговаривал с ней, вот с ней разговаривал, сидел. Если это он, то это пиздец. Я ему с самого начала не верил. С самого начала не верил. Бля, это пиздец. Ладно, спускаемся. Пошли. Бля, ты в курсе, что ты в крови сейчас? В крови. Бля, осуждаем. Блядь, фу нахуй. Ебать, нас столкнуло. Да уж, жестко.
свою работу определяют. Ну, они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая, там такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры, голодать там, сражаться, когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. Я вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, какой такой силе Матиас подсосался. Да и гори оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто ее знает, может, мы уже реально в аду. Ну, а свои мысли... Он пишет. Во имя ее вера делает этих людей опасными, но... А нет, они слепо верят в императрицу солнца и пойдут на все, чтобы вернуть ее. Понятно. Психбольница. Этот остров — настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Пиздец, вот на свои мысли говорит, это жестко. Ну, давай вот это. Мечти shift уклониться, потом F, чтобы... О-о-о. Ну погнали, чё? Бля, 4 у нас уже стрелы. Осуждаем. Пиздец. Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Так, ну чё, погнали-то с тобой сначала вон туда. Иди, иди в темноту. С
сука, ты ж понимаешь, что мне с огнем стреляло, блядь. Понимаешь, что у меня стрелы с огнем, блядь. Я бы на том месте лучше так не шутил бы, нахуй. Бан нахуй. Кого нашел, блядь? Все, минус 0 стрел. Можно мне стрелы дать? Бля, это пиздец. Это пиздец. Ну поехали. Меня пугает еще, меня прикинь. Талисманчик найден. Конечно, всем поебать, да? Ну вот, вот это навык. На стрелы так, блядь, мало. Эй, смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Ах, черт, только не это. Так-так. Ой, блядь! Пиздец, блядь. Бля, я что-то в Far Cry, что ли, переиграл? Подожди, здесь нет такого? Чтоб отвлечь как-то, блядь, действие. Здесь нет такого, блядь, специально блядь. Не, нет здесь такого. Если это клапан, можешь оставить следующей смене. Эй, не задерживайся там.
Я хочу доиграть. Да, да. А если нечестивцы подожгут это дерьмо? Черт, ладно, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Пусть бегает. Эй, смотри, осторожно там. Расслабься, все равно проиграл. Ах, черт, только не это. Так-так. Этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Рейс, милая моя Алиша. Это я втянул всех в эту историю. Должна все исправить, обязательно даю выход. Там что-то есть. О, здесь лагерь. Возможно, свадебный. Хм, на вид ему не дашь больше пары лет. Да уж. Понял, надо было не сразу, окей. Дерьмище. Я
Я совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывайте. Отведем его к Николаю вместе. Да, конечно. Черт! Давайте сюда! Ой, все, в пизду вас, ребята, до свидания. Отлично, ей конец! Пидоры вы, блядь. Чего мне надо-то? Дерьмище. Я совсем забыл про это. На помощь! Ну, держи! Ладно, брат. Ебать, вас тут не дохуяли, слышь? Дерьмище. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывай. Отведем его к Николаю вместе. Да, конечно. Он просто буду подождать, да, и все. Да, надо было просто подождать. Блять, да ну. Среди нас, братья, вознесите хвалу императрице Солнца. Ебать, ты видел? Большая местность здесь. Понял. Сейчас быстренько сгоняем.
Быстренько посмотрим с тобой, что да как и все. На складных веерах 19 века часто записывали стихи или памятки о важных событиях. Хорошо. Конечно, смотри, что надо делать. С тех пор, как сбежал старикан. Эти новые сплошной геморрой. Отправить бы их к Они. Ну, и что теперь будет? Императрица. Она наконец уведет нас отсюда. Значит, правда? Она существует? Да. И нас ничто не остановит. Даже не верится. Я столько ждал. Теперь все изменится, брат. Вот увидишь. Давай, сейчас они разойдутся. Сюда, нахуй, сюда. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Пришел! Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Вы слышали разговоры о духе Солнца? Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Недооценка года. Сэмми как-то связан. Местный вождь считает ее ключом. Прекрасно. Тут есть... Получилось! Есть! Есть! Вот так! Отлично! Здесь все едва держится. Пол уже ходуном ходит. Думаем это, Лара. Просто вытащи нас. Отлично.
Да блядь! Ебать, жестко, жестко. Я тебя не... Спасибо, Иона. Очень вовремя. О, черт, у нас проблема. Хватайтесь за что-нибудь. О, полный поток уходит. Посмотри внимательно. Внизу вообще нет никакого пола. Надо выбираться. Черт, так не годится. Лара, только осторожно. Вот так-то нахуй. Бля, напряженочка, напряженочка-то. Ебать. Ты вот сюда,
Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Жива. И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство — антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Он случаем с ними не в сговоре? Не в сговоре с ними случаем? Большая честь для тебя, для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка! И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта... В твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Хуй, она сторожит он? Бам нахуй. С ума. Все хорошо. 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 Мое оружие. О. Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Мне кажется, он с ними в сговоре, как будто бы. Поехали, бать.
Давай, уебан. Вам идти-то, блядь. Ой, блядь, да ну. Ну поехали, блядь. Это охуенно. Охуенно, ребятки, вы. То они очень жесткие, да, то хуй попадает, блядь. Да уж. У меня ведь ВХ-шник, бля, ёбаный. Смотри, ВХ-шник. Ну, ВХ-шник, я говорю. Не, это пизда. Бан нахуй. Теперь не спрячешься. Чё он не стреляет? Банна. СКМ. А, понял. Колесики что ли нажать? Так не знаю. Плюс новое оружие. У нас во время. О-о-о. Убирайтесь прочь, ублюдки! Я всех вас прикончу!
Как он жив, конечно, остался в этой игре, блядь. Как ботяра ты, блядь, вообще, что это, блядь? Нелогично, нахуй. На уж, на уж. Блять, как нахуй? Да как, блядь? Я устал. Блять, и как нахуй? Слышь, блядь, бессмертный, блядь. Блять, ну ты заеб... Бля, ребята, как его? Проще вот так их реально добивать. Да какого ты? Чего, блядь? То есть две гранаты пролетело. А, да? Л, логично. Очень логичная игра. Вот смотри. Блять, мать. Пизде, блять. Блять, этот сразу же. Пососал? Сука, я надеюсь, все, блядь. На всякий, блядь. О, дробовик собран. Давай с тобой модифицируем, и я думаю, серию будем заканчивать.
Добрый вечер, блять. Давай мы с тобой на этом закончим. Спасибо за просмотр, такая серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, это не сложно, не приятно. Огромное спасибо, кто это заранее делает. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.